привет. Привет. Я приехал в механику СПБ, и ребята проводят краткий курс, рассказывают, что чем они тут занимаются. Это Максим, вот, он нам изготовил новый кардан, сейчас он поведет небольшой вам рассказ. Да, собственно, самый большой цех у нас на территории Санкт-Петербурга. Делаем всю мехобработку по деталям двигателя. Любые грузовые, легковые, корчи, не корчи, берем все что угодно, подходим всегда только с качеством и с толком. Ну вот. Пойдем тогда покажу уже дальше. Да, я еще сам не видел кардан, который изготовили, но сделали кратчайшие сроки. Я вчера только его привез, и сегодня мне уже сделали кардан, уже прям готовый. Сейчас посмотрим. У ребят есть вообще абсолютно все станки, какие-то дикие коленвалы. Очень круто. Сейчас посмотрим. Вот он, красавчик. Как понять, что скоро на этап? Когда одна машина разобрана, вторая машина разобрана, Семен собирает что-то, Артур тоже что-то собирает. Ну, у меня, как всегда, нет мотора в машине, так что все отлично.